Воробьев Борис Захарович родился в селе Ульяновка Пензенской области 27 марта 1924 года. Весной 1942 года, когда ему исполнилось 18 лет, родные проводили его на фронт. Война шла уже год, до Ульяновки она не дошла. Но в селе царила страшная разруха и голод. В таких условиях он оставил отца, инвалида гражданской войны, больную мать и сестренку 8 лет. Дед был молод, не интересовался артиллерией. В эти войска направляли трактористов. Сбылась мечта молодого солдата. После обучения, которое длилось 3 месяца, Борис Захарович осенью 1942 года получил боевое крещение на реке Миусь в составе 280-й артиллерийской части 3-го Украинского фронта под командованием маршала Толбухина. Враг вдоль реки выстроил мощную оборону, так как имел поддержку в Румынии и не хотел пропускать наши войска в Крым. В упорных боях боевая часть моего прорвала оборону противника и дошла до Мелитополя. Прадед работал на дальномере, дальномерщиком. От его точной наводки приборов зависело поражение цели противника орудия. Пролив Севаш отделял наши войска от Крыма. Железная дорога и мост были взорваны. Командованием была поставлена задача поставить переправу. 3000 самолетов противника днем и ночью кружили над проливом. Зенитная артиллерия Бориса Захаровича охраняла стройку переправы, сбивая врага. В это напряженное время практически никто не отдыхал. Некогда было отправить весточки домой. Упорным трудом был восстановлен мост. И 5 апреля 1943 года дед в составе своей части начал наступление на Крым, прикрывая зенитниками пехоту и танки. Взяли Симферополь, а потом и Севастополь. Город за городом освобождал дед в рядах доблестной советской армии. Великий день 9 мая он встретил в Австрии, в освобожденном городе Вену, за то, что в боях за город Вену под воздействием авиации и артиллерии противника, работая на дальномере, давал точные данные для стрельбы батареи, чем способствовал выполнению боевых задач. Воробьев Борис Захарович был удостоен медали за отвагу. В ходе боевых операций за мужество и героизм был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и орденом Красной Звезды. Мы обязаны беречь в своей памяти тех, кто подарил нам этот мир. Мы обязаны свято хранить в своих сердцах подвиг наших близких, которые уберегли нас от фашизма. Дорогой дедушка, я живу в мирное время. Я бесконечно благодарен тебе за это. Для меня ты будешь всегда вечно живым. На празднике 9 мая ты шагаешь вместе со мной. Память о тебе не умрет никогда. Люблю, помню.